Уже тему свалки, как бы окраины жизни, продолжает зал социальных работ, в котором заключены несколько очень значительных работ Коржева, находящихся в частном собрании в Москве. Вот одной из таких работ, своеобразным продолжением этой темы свалки, является полотно Адама Андреевича и Евы Петровны. Который раз на протяжении уже прошедших 30 лет Коржев обращается к теме взаимоотношений любви внутри пары мужчины и женщины. В данном случае в крайне ироническом, может быть, несущем даже карикатурные черты в себе, вот эта встреча на помойке, которая завершается таким очень специфическим интересом друг к другу, и как бы вопрос этих взаимоотношений и как бы продолжение их, и содержание их, они в значительной степени художникам не раскрываются. Хотя в этом же зале находятся два его полотна, которые продолжают как бы разговор об экзистенции судьбы и мужчины, и женщины в эпоху 90-х годов. Одна из работ из музея Института русского реалистического искусства «Встань, Иван», знаменитая работа, которая несет в себе призыв и которая, может быть, отчетливее всего знаменует собой отношение Гели Михайловича ко всем падшим, обездоленным жителям, которые лежат на земле. И в данном случае даже жест этого лежащего Ивана говорит о том, что призыв Коржева в какой-то степени, в значительной степени он услышан. И здесь же рядом с ним судьба, женская судьба, которая тоже завершается на помойном матрасе и практически на земле. Картина эта носит очень странное и очень как бы щемящее многозначительное название художника, лишенное родительских прав. В свое время я даже задала вопрос Геле Михайловичу, что название очень литературное и говорящее, но как он считает, передает ли оно суть этого полотна, на что он мне сказал, а что же может быть страшней того, что произошло в жизни этой женщины. И, конечно, вот этот аспект некой все-таки романтики этого человека, как и многих шестидесятников, которые продолжали применять к ситуации уже постсоветского времени те высокие этические планки, на которых они были выращены сами, как люди послевоенного поколения, в значительной степени может вызвать и улыбку, а может быть и испугает. Потому что действительно, что может быть ниже падение женщины, которую лишили права на материнство и которая в значительной степени с этим выбором согласна, если у нее право действовать дальше. Но общую атмосферу этого зала в значительной степени как бы определяет полотно, которое, может быть, является пограничным между социальным циклом и тем будущим залом, где мы увидим работы Коржева, связанные с библейским и евангельским циклом. Это полотно называется «Возвращение блудного сына». Оно тоже принадлежит Институту русского реалистического искусства. И именно здесь, впервые после социального натюрморта, Коржев пересекает конкретный литературный источник, библейскую притчу о блудном сыне, в которой, как известно, одной из основных составляющих является тема прощения сердечного, тема как бы невзвешивания вины, прощение за все. Но в данном случае для Гели Михайловича, как для человека реальных 50-х, 60-х годов, очень трудно понять, кто из двух участников этой сцены вернулся, и не является ли прощающий как бы сыну отец сам виноватым в долгом отсутствии, и кто из них виноват друг перед другом, или, может быть, эта работа уже посвящена такой значительной прелиминации как бы библейской темы и разговоре о встрече, прощении двух людей, вина которых, может быть, уже не имеет значения друг перед другом.